Смотрите ток-шоу «Я и моя собака». У нас сегодня все не как всегда. Во-первых, с нами сегодня играют самые талантливые, самые умные, самые послушные собаки породы йоркширский терьер. Но это еще не все. Они пришли со своими хозяевами, знаменитыми, талантливыми. И мы начинаем под управлением самого йоркширского оркестра Moscow Ragtime Band. Ну а теперь давайте познакомимся с нашими звездными хозяевами и их собаками. Певец Виктор Салтыков и йоркширский терьер Дана. Певица Юля Началова и йоркширский терьер Люся. Певец Данка и йоркширский терьер Шрек. По давней традиции звездные программы судят победители док-шоу. Сегодня не исключение. Знакомимся. Неоднократные участники программы, члены «Золотой своры» Дмитрий Усиков, Светлана Тихомирова, Надежда Бродская, Тамара Ляскина. Со всеми познакомились, всех представили и начинаем нашу необычную программу ток-шоу «Я и моя собака». Дорогие участники, я очень надеюсь, что ваши собаки смогут показать чудеса дрессировки. Я ведь сказал, что это самая умная порода. А если вдруг у них что-то не получится, тогда отдуваться придется вам. Конкурс называется «Домашнее задание». Первыми домашние задания показывают Виктор и Дана. Прошу вас. Пойдем. Познакомьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте, Дана. Здравствуйте. Господи, боже мой, спичка. Ну, умеет она что-нибудь делать? Давайте вместе пробовать. Она умеет сидеть, например. Дана. Не верю, не верю. Дана, я сейчас попробую взять там покушать. Я говорил, что это умные собаки, но не до такой степени. Дана, сесть. Сидеть, Дана. Вот. Дана, молодец, моя сладкая. Сейчас, моя сладкая. Витя, куда вы? Я сейчас, покормить-то надо собачку. Даночка, на, моя сладкая. Вы мне говорите, что дальше делать, я буду ей руководить. Маму, она маму ищет, наверное. Иди сюда. Маму. Ну, мамочку ищет. Что мы без мамы еще можем сделать? Без мамы мы все кушать хорошо можем. Кушать прекрасно. Давайте позовем маму и увидим. Мальчик манит. Сумасшедшие чудеса дрессировки. Где у нас мама? Мамочка, иди сюда. Ирина. Эта собачка маленькая, дома я ее дрессирую на лавочке, на этой скамеечке. Так. Сейчас. Кто на лавочку-то садится? Я. Чтобы быть поближе к собаке. Так, Даночка, все. Девочка моя хорошая, иди ко мне сидеть. Ну и через 7 месяцев, что она может? Села! Молодец. Вообще, я хочу сказать, что я только 7 месяцев, поэтому мы сегодня покажем только как бы курс общей дрессировки. Уже немало. Пока у вас только сидеть получается. Лежать. У нас у троих. Лежать. Легла! Легла! Бау! Я это видел! Давайте не играем, потому что собака нервная, сидеть. Дрессированная. Служить. Служит! Еще раз попросить. Служить. Так, Дана. Служить. Хорошо. Даночка, сидеть, моя хорошая девочка. Давай, сиди. Вот села. Ножки зайчик. Подломили, она зайчик. Села. Зайчик. Зайчика, несчастный. давай покажем зайчика. Ой, ну не хочет. Хороший зайчик. Столько эмоций.
Еще маленький такой трюк с ней. Просто команда вперед. Так. Дай мне сыр. Давай. Дай сыр ты. Прошла! Боже мой, прошла! И назад! Дана, иди сюда, иди сюда, Дана, Дана. Вперед, вперед, вперед. Мой слава. Боже, молодец, мой. Это чудо, это чудо просто. Еще она иногда играет в футбол. Мы попробуем сейчас тоже поиграть. Давайте. А допусти ее. Замечательно. Она оббежала вокруг мяча. Ира, пас. Дана, ко мне. Дана. Держи, мячик, мячик бери. Дана, Дана, бери. Мячик, бери, бери. Пас. По крайней пас. Мере, мы видим, как играет в футбол семья Салтыкова. На свисточек? На свисточек отзывается. Ну, попробуем, давайте. На... Так, свисточек. А наоборот. Может, она... Я ее заманиваю, 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 ловлю. Прекрасно. Что же главный трюк-то не показали? Пока все. Ну что ж, неплохо, неплохо. Виктор и Дана показали домашнее задание. И Виктор, Ира и Дана. Виктор, Ира и Дана показали домашнее задание. Пошли. Вторыми домашние задания показывают Юля и Люся. О, да. Прошу вас. Я замедляю ход времени, потому что с Салтыковыми нам точно не сравнится. Я готова отдать первенство им. Я не понял, что она не такая талантливая, как... Сколько лет, Люся? Не, вы знаете, у Люси 3,5 года. Так но она должна 4, уже... 4 уже скоро. Но... У нее есть особенный талант. Если люди вообще, да, дрессируют собак, то Люся дрессирует нас. Вот у нее это очень хорошо получается. А вот мы и посмотрим, чему она вас научила. Нет, ну, например, сначала она покажет, как она меня учила заниматься спортом, вообще приобщала к этому делу. Я сейчас очень сильно занялась спортивными упражнениями, занятиями. Вот. И самое главное, наверное, оно и для, ну, всегда, конечно, пригодится, для профессии певицы, это пресс. И если у тебя есть пресс, значит, у тебя повышенная работоспособность голоса, ты всегда вынослив, ну, в общем, и вообще для здоровья это очень-очень полезно. Вот. И Люся умеет качать, я таких результатов еще не достигла. Дамы и господа, Люся, ножки держи. Не видно. Не видно. Она должна пойти. Ой, ой, ой. Вот! Прекрасно. Затем Люся очень творческий человек. И она мне сегодня сказала, что она не в голосе, когда мы с ней ехали сюда на съемку. И попросила меня, чтобы я за нее спела ее любимую песенку, один куплетик. Про собачку, про ее жениха, Рыжика. Прекрасно. Если мне поможет зал, по просьбе Люси. Давайте я, наверное, отпущу мою собачку. Каждый день учу щенка достижений нету невоспитанным пока. Ходит он по свету, сахар сразу он берет, очень любит ласку, а скомандуешь вперед, лезет по терраску. Как воспитывать щенков? Но ужасно без толков. Мой Рыжик! Вот так. Прекрасно, вот так. Прекрасно. Сегодня мы покачаем только пресс, вот, и будем смотреть следующее задание Данка. А сидеть хотя бы можете? Сидеть, наверное. Не пробовали? Вы знаете, человек настроение, собака настроение. Люся, сидеть. Прекрасно. Давайте, дай, разрывайте всех, моя. Лежать. Люсенька, лежать.
Лежать. Это гипноз какой-то. Люся, лежать. Она на коалу похожа. Лежать, Люся. Ну, практически Люся. Лежит. Лежит. Лежим. Или сидит, я не понимаю. Лежим. Люся. Люся. Вот так вот. Всегда получается, что я это делаю в отличие от Люси. Вот легла как. Просто цыпленок на бока. Вы ее задавили авторитетом. Ну, еще, знаете, дама, она всегда стеснительная. Вот, например, Даночка, она еще очень маленькая, она очень веселая, в ней такой оптимизм, детский максимализм, а это уже выросло. И она ведет себя так, как вы знаете, кокетливо. И если здесь присутствует большое количество ее, как бы, женихов потенциальных, да, например, подруг, я имею в виду йоркширов, да, то Люся, естественно, такая кокетка, она стесняется и не всегда как бы может выполнить ту задачу, которую я ее прошу. Ну, вы говорите, она вас научила многим спортивным достижениям. Может быть, вы что-нибудь покажете? Колесом пройдете там? А мы посмотрим, да, девочка? Посмотрим, посмотрим, Люсечка. Ты чему научила хозяйку? Ну, знаете, ну, немногим спортивным. Пресс пока. Вот у нее так не получается. А колесом не бегать, можете? Бегать. Бег. Сальто плавание. На месте, прогнувшись. Нет? Жаль, у вас нет бассейна. Мы бы сейчас с ней тут проплыли. Сальто нет. А бегать по кругу я умею. Вместе с собакой? Вместе с собакой. Давайте смотреть. Очень быструю музыку. Очень. Я... Люся! Еще раз, с собакой на руках, она сошла с дистанции. Давайте. Прекрасно. Браво. Юлия и Люся показали домашнее задание. И последними домашние задания показывают Данка и Шрек. Прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Но вы-то нас потрясете. Мы? Хотя я не могу сказать, что меня не потрясли предыдущие собаки. Я могу его потрясти. Но... Вот. На самом деле, собака очень серьезная, цепная. Вот у нас даже ошейничек, видите, какой? Да, с шипами. Весь, чтобы, не дай бог, потому что она с виду просто маленькая, но в душе это ротвейлер. Так что огромное счастье, что здесь нет больших собак. Потому что порвала бы? Жуткая свара, да, здесь кровь, брызги. Фу, я как увидел, что одни йоркширы, прямо душа. То есть вы его заводили как сторожевого, да? Конечно, конечно. Видите, как ищет след сразу. Угу. Ищет, тут что-то было, видимо. Сколько ему лет? Ему уже 2 годика. Старый уже, да? Ну, ты, конечно. Не, должен... ну, не старый, но такой уже мужчина в полном соку. То есть должен показать нам сейчас что-то неслыханное. Да, в принципе, он все может. Угу. Вот все что угодно. Вот смотрите. Шрек, ищи! Видите, ищет. Не ищи, не ищи. Не ищет. Стоять. Нет. Сейчас. Стоит. Идти. Идет. Стоять! Так, идти ко мне. Так, пошли. Пойдем. На задних лапах. На задних лапах, смотрите, бегает. Вы не боитесь просто вздернуть его? Нет, он воспитан в спартанском ключе, поэтому собака, собственно, как бы выносливая. Морозостойкая. Потом он может приставать к девушкам, да, к йоркширским. Да? Терьерихам. А. Так, что мы сейчас делаем? Целоваться ищем. Шрек. Прекрасно. Песню с ним не поете никакую? Вообще он поет обычно песни, но только тогда, когда слышит мобильный телефон мелодию. Любую?
Не люблю, у него есть одна любимая мелодия, вот, но я не знаю, насколько он... У вас есть с собой мобильный телефон? Есть, да, но он в гримерке остался. Ну, можем попросить. А можно у кого-нибудь попросить мобильный? Может, он запоет под... Вот, вот такой, да. Прекрасно. Так. Давайте его... Шрек, иди сюда. Сидеть, сидеть, сидеть. Ну-ка. Давай. Ой, молодец, молодец, хорошая собака. Спел, да? Да. Прекрасно, спасибо большое за ваш музыкальный инструмент. Так. Вот такой вот талантливый пес. Ну что ж, неплохо. Данка и Шрек показали домашнее задание. Спасибо. Ну что, дорогие судьи, приятно вам быть в шкуре судей, а не отдуваться на площадке. Теперь оцените тех, кто вас еще недавно судил. Первыми домашние задания показывали Виктор и Дана. 5, 5, 5, 5. Вторыми домашние задания показывали Юля и Люся. 4, 5, 5, 5. И последними домашние задания показывали Данка и Шрек. 4, 5, 5, 5. Ну, расскажите, чем вас покорили наши участники? Вам-то они, небось, двойки и тройки ставили. Да, обычно так и бывает. Нет, собачки совершенно замечательные. Мы были просто все восхищены тем, что они хоть что-то умеют, потому что мы почему-то не верили, что они могут что-то нам показать. Тем не менее, было очень все интересно и симпатично. Меня тронуло то, что все звезды имеют любимцев, а это замечательно, у них есть время на общение с ними. Спасибо, спасибо, дорогие судьи, за ваши уж очень субъективные оценки. Можно было бы и пару троечек поставить. Но, может быть, когда наши звезды будут в жюри, они вам тоже поставят пятерки. Борьба в самом разгаре, впереди еще целых два конкурса. Ну что, дорогие хозяева, помучили собачек, да? Давили на них в прямом переносном смысле, дергали их за веревочку. А теперь попробую вас помучить я, потому что вам предстоит отвечать на наши собачьи вопросы. Первый вопрос. Как возник известный итальянский танец тарантелла? Он возник в 15 веке как средство от укуса тарантулов. Он возник как пародия на брачные игры собак? Или этот танец пришел в Италию из Одессы, где его танцевали ловцы тараньки? Виктор. Я думаю, что второй вопрос. Брачные игры собак? Да. Вы либо никогда не видели брачные игры собак, либо никогда не видели танец тарантелла. Не то, ни другое? Не то, ни другое. Хорошо, Юля, вы как считаете? Думаю, ну, может, спасались? Первый ответ. От тарантулов. Средство борьбы с тарантулами. Должно быть какое-то разнообразие в ответах. То есть вы считаете, вас укусил тарантул, и правильно пойти потанцевать? Пляс, да, пляс. Последний раз. Хорошо. Данка, вы как считаете? Я думаю, что однозначно первый. Почему? Просто трех мнений быть не может. Ну, потому что тарантелла – это тот танец, который возник вот из-за этого фактора. То есть кусает тарантул? Это очень просто быстрый танец. Тарантелла – это итальянский танец. И просто если вы видели, как его танцуют... Показать не можете, оказывается, никто не знает даже примерно, как он выглядит. Ну, это сложно показать. Это надо бубны, там... Короче, это очень живой и очень дерганный танец. И это танцевалось для того, чтобы вместе с потом выходил яд после укуса тарантула. С ума сойти. Сейчас дам правильный ответ и узнаем. Известный итальянский танец тарантелла возник в 15 веке как средство от укуса тарантула. Лечили танцами до полного изнеможения, чтобы яд быстрее вышел из организма. Данка, вы меня потрясли. Второй вопрос.
Герцог Альтенбургский учредил в 1886 году орден, на одной стороне которого была изображена собака, а на другой цифра 30. Кто и за что награждался этим орденом? Любая собака, дожившая до 30 лет. Слуга, прослуживший 30 лет в одной семье. Или многодетные отцы. Виктор. Многодетные отцы. Многодетные отцы. До такой степени многодетные. То есть вы считаете, что были такие отцы, у которых было 30 детей, да? А, нет, количество детей 30 должно было. Нет, я не знаю. Просто, может быть, 30 может, было. На одной стороне медали было. До 30 уже сделал много детей, я имею в виду. А, к 30 он да. сделал много детей. У меня своя логика, да. Понятно. Если ты много сделал до 30, значит, ты настоящий отец. А первый вариант ответа? Первый вариант – любая собака, дожившая до 30 лет. Мне кажется, наверное, любая собака, дожившая до 30 лет. Мой вариант ответа. Я, может, ошибаюсь? Не, может быть. А второй, как вы считаете, как вы думаете, много собак получило этот орден? Не думаю. Угу. А я думаю, слуга. Слуга? То есть преданный, как собака, да? Ответ. Герцог Альтенбургский учредил в 1886 году орден, на одной стороне которого была изображена собака, на другой цифра 30. Этим орденом награждался любой слуга, прослуживший в одной семье 30 лет. По-моему, Данка знал. Не, вот сейчас я угадал. И, наконец, третий вопрос. Топ-нот. Что это такое? Это вегетарианский хот-дог. Это хвостик на голове у собаки? Или это собака топлес? Виктор, топ-нот. Это хвостик у собаки, наверное. Хвостик у собаки. Как-то будет. А, Юля, вы как считаете? Разделяю мнение Виктора. Хвостик у собаки. Данка. Я тоже думаю, что хвостик. Вы всегда другие выбирали варианты. Ну а тут почему-то я решил стать солидарным. Я прошу правильный ответ на сцену. Это хвостик на голове у собаки. Длина челки, у которой превышает 10 сантиметров. Подходите ко мне. Подходите ко мне. Покажите ваши хвостики. У него есть 10 сантиметров? Есть, есть. Вот такие хвостики Юрширов называются топ-нот. Спасибо. Ну вот, закончился конкурс «Собачьи вопросы». Дорогие судьи, ставьте оценки. Первым на вопросы отвечал Виктор. 4, 4, 4, 4. Второй на вопрос отвечала Юля. 4, 4, 4, 4. И последним на вопросы отвечал поразивший всех интеллектом Данка. 5, 5, 5, 5. Спасибо большое, дорогие судьи. Надо признаться, что и я сам потрясен ответами Данка на все три вопроса. Но тем интереснее будет в финале, потому что только финальный конкурс определит победителя. Ну вот сейчас все решится. Сейчас мы узнаем, кто же победит в этой нелегкой борьбе. И для этого мы проводим самый объективный конкурс, который очень любят собаки, особенно их хозяева. Конкурс называется «Необыкновенный кросс». Первыми «Необыкновенный кросс» проходят Виктор и Дана. Прошу вас. Прошу. Так, Даночка, сидеть, сидеть. Это мы уже проходили. Проходили. Это она так, не может Дана, практически. Иди сюда. Молодец. Прекрасно. Иди, один. Иди сюда. Иди. Ну, пусть. Иди сюда. Ко мне, ко мне. Так, ко мне. Иди сюда. О. Замечательно. Иди, сюда, сюда. Ко замечательно. Ко мне. За удавочку потянешь, она ко всюду пролезет. Так, масло. Так. Так. Это только так. А можно и самому? Вот так. Дана, иди сюда. Иди сюда. Ну? Да. Качели. Ну, сюда, давай, давай. На.
Еще жрет по дороге. Все правильно. Перевешиваем. Прекрасно. Ходячий Макдональдс, Жанна. Труба. Молодец. Сама! Я молодец, не верю своим молодец. Глазам! Сама прошла в трубу! О-о-о. Тоже полезет так, в горку. Сюда, да? Или сюда, потом. Сначала да? В горку. В горку, давай. Вот так вот вешали собака. Нет. Давай, 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 стоп. Вы лапки тоже шевелите, она ничего не делает. Передвигайте лапками, она пойдет. Может, она вниз сама пойдет? Не бойся. Тихо, тихо. Вниз тоже не ходит. Теперь хочет наверх. Даша, она. Да, она. Так, ну, сошли. Барьер! Так, барьер. Барьер! Только мальчиков смотрит вокруг. Прыжок. Хоп. Прекрасно. Молодец. Ну, сюда. Ну, вот тут я не верю, что она пойдет сама. Здесь. Даже с помощью хозяйки. Да. Идет. Вау. Прошла. Прошла. На, моя сладкая, на. Заработал. Виктор и Дана прошли необыкновенный кросс. Вторыми кросс проходят спортивная Юля и спортивная Люся. Для вас это будет просто расплюнуть. Лезь, 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 лезь. За мной, иди сюда. Вот так, ну да, да. По-моему, она сейчас думает, Юль, давай, 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 давай. Да, да, она вас учит. Ну давай. Посмотрим, получится ли ей у нее уговорить вас пролезть в колесо. Я думаю, что... Люсь, давай ты попробуешь. Сначала собака. А теперь и сама. Вы уверены, что не получится? А то у нас у кого-то, кто только это не пробовал. Нет, на, головой вперед. Практика головой показывает, вперед. Да. Люся уже в шоке, смотрите. Прекрасно, прекрасно. Прекрасно. Вот он пресс. Вот демонстрация пресса. Я не могу. Браво! Браво! Это было блистательно! Люся, качели! Качели! Собачка! Эй! Люся, не ударим лицом в грязь! Вперед! Пойдем! Юль, я думаю, что она подумала, иди-ка ты сама! Да, прошу, вашу руку! Не волнуйся! Я понимаю! Просто по ванну с вами танцуем. Перевешиваем. Вниз. И не мучая собаку, сразу в трубу. Зачем нам собака? В трубу. Прекрасно. Люся, смотри, а хозяйка тут у тебя бегает. Неинтересно тебе это, да? Люся, даже... Люся! Молчу. Я молчу. Есть горка, есть два участника. Кто полезет в горку? Люся, я думаю, попробует. Ну, естественно, она уступит мне. Я в этом уверена просто. Люся! Давай, Люся! Вперед! Активнее! Люся, больше жизни, уверенности в себе! Ну! Люся! Она на пике! Вниз не хочет? Она как брошка. Не хочешь? Ей так хорошо. Люся. Не думай. Эй, Люся. Люся, давай, вперед. Нет. Потрясающе ходит по барьеру. Я такого не видел. Но вот здесь зависит. Вот так. Опа! Сошла! О! Выручила. Умница, она меня просто выручила. Барьер. Все, навсегда она ляжет там. Вам бы, Юлечка, я и повыше барьер поставил. Извините, такие условия, всем одинаковые. Если она вниз не сползала, то туда уж точно не пойдет. Ну, как вы там? Юль, интересно там? Очень.
Собаку не раздавите. Вы застряли? Нет. Осталось 3 метра. Одна вылезла. Браво! Юлечка, пожалуйста, вылезайте. Это тренинг. А это вам. Добро! Браво! Юля и Люся замечательно прошли необыкновенный кросс. И последний необыкновенный кросс проходят Данка и Шрек. Прошу вас. Так. Нормы ГТО надо сдавать. Шрек? Учитесь у Юли. Она не мучает собак. Она все делает вместо нее. Надо прикрикнуть. Вы же показывали это в домашнем задании. Не, ну сейчас надо пряником. Не всегда же. Шарик. Пойдем вместе. Так. Прекрасно. Замечательно. Качели. Ну, сам идет, сам. Перевесить. Прекрасно. Давай. Иди. Ага, шо он? Иди так. Сюда, мой хорошенький. Ну-ка. Иди сюда. Шрек, иди сюда. А вы якорь иди специально сюда, ему сюда. Бросили? Это усложняется задача. Задача усложняется. Он иди не может мне. Вытянуть иди. Это. Этот вес. Иди ко мне, мой хорошенький. Иди сюда. Иди сюда. Прекрасно. Такого скоростного прохождения кросса я еще не видел. Да. Что делать в первый раз? Всегда горка. Так, ну что, побежали? Бежит. Виден. А давайте посмотрим, что он будет делать на спуске. Будет ли он, как Люся, зависать? А мы сейчас проверим. Иди сюда. Ну. Нет. Шрек. Им что-то там нравится наверху. Дайте. Я наконец понял излюбленную позицию йоркширских терьеров. Зависнуть на спуске. Ну что с ним поделаешь? Ну давай, типа. Стоп. О! Сошли. Так, ну, барьер. Да. Это надо перепрыгнуть. Грабон видел этот барьер. Ну, короче, вот так. Прыг. Ну, примерно так. И теперь смертельный номер. Стоп, бежали. Шрек с якорем пойдет сейчас. Нет, якорь мы отстегнем. Сам пошел или нет? Я попробую. Давай, беги. Жуткий скрежет раздается. Это Шрек скребется о трубу. Ну что там у вас? Вы его там кусаете? Нет, это он. Полезли. Застряли, все. Да что уж тут помогать. Вылез. А Данка зашьет. Данка, а вы знаете, что Юля хотела вас зашить там? Серьезно? Да. Ой. Хорошо, что не пришить. А с виду такая милая. Ну что ж, Данка и Шрек прошли необыкновенный кросс. На этом конкурс закончен. Дорогие студии, слово вам. Оценивайте. Первый кросс проходили Виктор и Дана. 5. Вторыми кросс проходили Юля и Люся. 5. И последними кросс проходили Данка и Шрек. 5. Что-нибудь скажете? Ну, мы еще в жюри тут, когда только выстраивали все эти глобальные препятствия, мы уже предвкушали шоу, мы уже предвкушали цирк, но то, что происходило, это превзошло все наши ожидания. Йорки
Йорки нас просто поразили. Ну и, конечно, хозяева были на высоте. Поэтому у нас нет слов, у нас только одни оценки. Спасибо большое, дорогие судьи. Мы уже вынесли свой приговор. Уже, наверное, известен победитель. Вот кто он, мы узнаем через несколько минут. А вы смотрите самую человеческую из всех собачьих программ «Док-шоу «Я и моя собака». Наступает долгожданный момент. Сейчас мы узнаем имя победителя. Сегодня с результатом 59 баллов победила команда «Данка и Шрек». Деньги получают трехмесячный рацион корма. А для лично на память книжку «Собачья жизнь» Михаила Ширвинта. А все остальные получают вот эти вот чудо-телевизоры, которые могут быть и фонарем, и градусником, и компасом, всем чем угодно. Можете ходить по лесу и смотреть программу «Док-шоу». Мы поздравляем всех, кто играл сегодня с нами, а теперь кресло победителя на сцену! Такая удача, такое везение, если хозяин с тобой. Всегда Новый год, всегда новоселье, если хозяин с тобой. Такая доска, такое мученье, если хозяина нет. Никто не подарит кусочек печенья, если хозяина нет. Если хозяина, 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 если хозяина нет. И можно совсем не бояться мороза, если хозяин с тобой. И вытащить даже из лапы занозу, если хозяин с тобой. Вечер тоски, как осенняя муха, если хозяина нет. И даже никто не почешет за ухом, если хозяина нет. Если хозяина, 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 если хозяина.